Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья. И тут у нас очередная новость на канале. Характеристики нового смартфона HTC попали в сеть незадолго до анонса. 12 января тайваньская компания HTC намерена анонсировать линейку смартфонов U, в которую войдут U Ultra, U Play и U One X10. По слухам, HTC U Ultra получит 6-дюймовый WQHD экран, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, двойную основную камеру на 24 и 13 мегапикселей, фронтальный модуль на 16 мегапикселей и батарею на 4000 мАч. На задней панели U Ultra будет установлен сканер отпечатка пальцев, при этом исчезнет 3,5-мм аудиоразъем. HTC U Play станет смартфоном среднего уровня, и день назад его характеристики появились в китайской социальной сети Weibo. Ожидается, что новинка будет иметь 5,2-дюймовый Full HD экран, процессор MediaTek MT6755 Helio P10, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, 16-мегапиксельную основную камеру, а также фронтальную камеру. На сколько мегапикселей, конечно, не сообщается. Батарею на 2500 мАч, фронтальный сканер отпечатка пальцев. Также в утечке упоминается нечто под названием Glass ID. Подробностей пока об этом нету.